Всем доброго времени суток, дорогие друзья. 25 мая, 15:55. Ровно через полтора часа мы выезжаем в город Ярославль. С праздником, дорогие ярославцы, или как Ярославе, ну ярославцы, можно сказать. День города у вас, город-герой Ярославль. Мы выезжаем на международную большую выставку, где будут иностранные эксперты, судьи. Это все, что вы сейчас видите, это у нас в Москве. Скоровская выставка, а впереди нас ждет Ярославль. В Ярославль еду я и Ухтышка. Ухтышка, Ухтышка. Держим кулаки. Выставка обещает быть большой, огромнейшей. Много людей туда приедут. Не знаю, как рассказали, так вам говорю. Держим кулачки, Бог в помощь. Дорога займет от 4 с Божьей помощью до 5 часов. Ну, вы знаете, мы приехали с одной выставки, 2 часа и выезжаем на другую. Наши ваши питомцы должны оправдать. Наш ваш питомец выступает на двух выставках. Держим кулачки, болеем, переживаем. Всем спасибо. Спасибо всем, которые переживают за нас, за наши собачки, за ваши собачки. Так что держим кулачки и верим в наших собак. Ура! 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 Молодец! Друзья, мы выехали. Время в пути. Посмотрите, какая сирень красивая у нас. Время в пути показывает 5 часов 3 минут, в 23:00, сейчас 17:57. Маршрут перестроен. Вот как он у нас красавец, вот я ее посадил, чтобы поверните не волновалась. Поверните направо, а затем поверните направо на вот Старосамбасовскую улицу. Всего я выезжаю один, там будут наши подписчицы, которые уже были в Ярославле. Нет, миледи, не нервничай. Все, Божий путь, Бог с нами. Посмотрите, как красиво. Россия красивая. Смотрите, леса, поля. Едем. Нам осталось ехать 2 часа 15 минут. Миледечки спит. Она вон у нас, видите как? Вон там в клеточке спит спокойно. Апартаменты такие. Вышли прогуляться. Сразу сел. Смотрите, какая красота. Ох, комаров сколько-то тут. Смотрите. О, комаров. Да ну вас нахрен, комары. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, 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 миледи. Пойдем, пойдем, беги, давай, давай, давай. Сожрут нас комары. Вы просто не представляете, сколько их тут. Пойдем, пойдем, пойдем. Дела сделали, пошли. Просто не посмотрите, что творится. Сколько комаров не покусали ее. Пойдем, 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 пойдем. Давай, 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 молодец. Давай, давай, миледи. Ярославль. Смотрите, как тут красиво. Старинные дома, церквушка. Чисто, аккуратно все. Красиво. Мне нравятся такие города. Дорогие друзья, мы на месте. Ярославцы, мы у вас. Поздравляю вас, дорогие ярославцы, с днем города Ярославль. Приехали на родину Хомки. Приехали покорять Ярославль. Такую дату приехали, в день города. О, кайф. Дорогие мои, покажу, как заселяемся. Ждите. И, друзья, мы еще салют застали, вот такой красивый. Ярославцы, с праздником еще раз вас. Вот народ стоит на мосту, смотрит. На месте, дорогие друзья.
бодрячком, приехали. Сейчас будем заселяться, заселимся и пойдем с Милетички гулять. Вот гостиница, где разрешена собачка. Суперская гостиница. Мы не первый раз тут. Посмотрите, какая красивая тут табличка. Как аккуратно все написано. Ну, на все с собой. Пойдем, миледи. Чистоту мы соблюдаем. Где красавица. Пакетик у нас в руках. Вот гостиница. Вот здесь площадка такая. Молодец, девочка голодная. Сейчас я покормлю. Миледи? Ты что замерла? Все, пойдемте в гостиницу. Чуть прогуляй ее. Вот, как называли? Чертовое колесо. Пошли в гостиницу селяться. Я уже зарегистрировался. Миледи, пошли. Миледи, пошли. Давай, иди вперед. Молодец, миледи, уверенно. Понимает толк гостиницы, миледи. Давай. Смотрите, здесь. Ну, видели, наверное. Графа первая выставка. И мы здесь тоже ночевали. Ай, малый, только ничего не сделал здесь. Пойдем. Ну, пошли, блядь. Пошли, миледи. Пошли. Пойдем кушать, тебе надо. На эту шмагодявку посмотрите, как уверенно она себя чувствует. Смотрите. Смотрите, как она смотрит. Нет, миледи, что там? Пойдем в лифт. Девочка лифт не видела. Что тебе страшно, миледи? Страшно тебе? Инопланетянка. Спасибо. Пойдем, миледи. Пошли, миледи. Идите вперед. Все, покормил девочку. Она сытая. Ложится спать. Время 23:47. Мы на месте. Это наша ложа. Да, с куколкой. Ну все. Всем приятных снов. Нет. Не снимай. Приятных снов. До завтра. Держим кулачки. Всем спасибо большое. Все, доехали. Все хорошо. Спасибо. Вы только посмотрите, как она со мной спит. Голову положила на подушку. Смотрите. Одеялом я ее укрыл. И вот так мы спим. Вот моя подушка. Вот ее подушка. Спи. Давай, усни. Спать надо. Быстро. Спи. Положи головку. Все. Спокойной ночи. Спим. Нужны прогулочки. Время 5:29. Нельзя, миледи. Давай. Голубей она гоняет. Видите, встал. Ай, молодец. Нельзя. Я сейчас не буду гулять. Я вам скажу, сколько? Минимум час, минимум. Похожу, заодно социализация, прогулка. Минимум часик погуляет, потом приедет, поспит. И ушки развяжу, поспит она. Нам надо быть в 11:00. Первый ринг у нас, по-моему, в 12:40. Возможно, задержки, дорогие друзья. На международках задержки бывают, потому что много всего происходит там. А второй ринг в 16:00. Так стоит, голубей гоняет. Миледи. Ну что ты, чуть голубей не видел? Маленький танк
Вчера весь город гудел, гулял. Не, миледи, пойдем гулять. Ну, оставь голубей в покое, оставь. Ну, ух ты, ух, ничего, она рвется. Пошли, 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 пошли. Пошли. Все, пойдем, пойдем гулять. Пойдем вот сюда, на лужайку. Пойдем, миледи. Давай, 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 гуляй. Гуляй, хватит голубей гонять. Четыре дерева. Видите, как красиво смотрится. Если вы помните первую графскую выставку в этом городе Ярославль, граф начал карьеру свою выставочную. Мы тут тоже гуляли. Но мы были не летом, а осенью были. Конечно, еще снег был. А вот сейчас миледи. Родина Хомочки. В парке. Она... Фу, нельзя! Фу, нельзя! Миледи, нельзя! Это день... Здесь чисто все, просто день города, наверное, еще не успели убраться. Пойдемте туда, в парк посмотрим. Мы уже гуляем 45 минут, и еще я погуляю столько же. И как раз у нас есть время поспать хорошо. Да, миледи? У нас есть время поспать хорошо. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем. Гуляй, 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 мое солнышко. Сейчас пойдем умываться. Дубовая аллея. Смотрите, какая красота. Видите, какие деревья красивые. Ребенок захотел покататься на качелях. Ну давайте покатаем ее. Ждать. Ух ты, скажи, ждать. Все? Все? Больше не хочешь? Миледи, стой! Как будет играться, как сыграется. Рядом, миледи. Гуляем рядом, правильно. Давай, давай, моя девочка. Давай, молодец, рядом. Видите, как мы, как я ее приучаю. Значит, один, как солдаты, строевым ходим. Молодец. Хорошо. Миледи, сидеть. Ждать. Ждем. Хорошо. Ждем. Дорогие друзья, пока я тут, Александр мне вчера написал, еще одного щенка приобретают. Также щенок приедет ко мне домой. Я не хочу пока называть имя покупателя. Я вас поздравляю с шикарнейшим приобретением. Я как отсюда приеду, сразу буду встречать питомца. Поздравляю покупателя. Правильный выбор, шикарный выбор. Осталось, по-моему, два кобеля. И еще по одному ведутся сейчас переговоры. Ну, я пока не в курсе, я тут, меня не отвлекают. Но еще по одному питомцу ведутся покупатели. Ну... Я вам все показываю, не то, что просто громкогласно говорю, а все показываю, рассказываю, на что способны эти питомцы. Видите, реагируют. Ждать. На что способны, как обучаются, какой у них характер. Ну, по окрасу я молчу. Это что-то с чем-то. Вы сами все видите. Покупатель приедет ко мне домой. Мы обязательно увидимся с вами. Так что ожидаем. И вы ожидаете, все покажем вам. Ты моя куколка. Миледи, гулять, гулять. Ай, молодец, девочка, да глазки вот так. Молодец, моя девочка, молодец. Умничка. И пойдем опять до гостиницы
рядом. Будем строевым ходить. Дорогие друзья, каждый раз, когда мы идем на выставку, мы своего питомца умываем, очищаем. Иди ко мне, моя девочка. Иди сюда. Иди. Сидеть, сидеть. Влажные салфетки с ароматом ромашки. Гель алоэ вера, витамин Е. Салфеточки. Очищаю. Ну, я ее почистил. Вот если видите, вот разбиндовал ушки. Почистил. Просто вам показываю. Ой. Дальше. Каждый раз протираем на ночь. Естественно, если она в квартире, в доме, естественно, мы ее обмываем. Почему? Потому что эксперты всегда прикасаются к вашей собачке. Представляете, когда вы не ухаживаете за своей собачкой, какой запах от рук потом у эксперта? Это первое. Надо иметь уважение к эксперту. И самому же опрятно, когда она вкусно пахнет, чистенькая. Вы же умываетесь каждый день. И также мы чуть-чуть четко... Зубы. Еда же тоже у них застревает. Вот так чуть-чуть. Вот так. Да. Молодец. Зубы. Вот так протираем. Чуть-чуть протираем щеточкой. Но это я уже ездил, я просто вам показываю. Конечно, на камеру... Стой. Зубы. Она спокойно дается. Вот так, да. Вот сюда тоже. Время 10 утра. Первое у нас получается 12 часов. Начинал 1.40, 12, по-моему, Вик сказал, начинается. Мы начнем подготовку. Приедем заранее. Я всегда приезжаю на выставку за час раньше. А если получается, даже за полтора раньше. Она у меня чистенько, пока она сходит. Тимой. Да. Я с ней разговариваю, мы с ней общаемся. Чтобы она у меня чистенькая была. Умненькая. Мы с ней общаемся. Нет, для меня, знаете, как... Мне кажется, я не могу быть уверен в этом, что собака все понимает. Нет, миледи, нет. Все дела она свои сделала, все хорошо. И поедем в Божий путь. Я думаю, собака все понимает прекрасно. Это первый ее выезд. У графа тоже первый выезд был в Ярославле. У него первая выставка была в Ярославле. Не кушай микрофон. Она у меня выспалась, она у меня хорошо отдохнула, не кормил, но в промежутке буду кормить между выставками, потому что первая в 12, вторая в 16.00. Чуть-чуть покормим ее там, ничего страшного, если даже в обратный путь она чуть-чуть стошнит ее, ничего страшного в этом нету. Так что, дорогие мои, мы выезжаем, Бог в помощь, ваша поддержка ощущается, поверьте, ощущается. И ты знаешь, что ты несешь какую-то ответственность перед своим подписчиком. Они смотрят, они переживают, поэтому стараешься все выполнить. Если ты даже где-то в душе человек готов на 4 балла, но имея такую аудиторию, имея таких подписчиков, ты на все 5 баллов работаешь, делаешь, чтобы не подвести. Ждем, ожидаем, все покажу. Спасибо. А это мне попросили наши подписчики поцеловать ее в носик. От всех подписчиков целую ее в кожаный носик. Едем на выставку, дорогие друзья. Тут навигация не работает, то ли. Я вот пригласил таксиста, вызвал таксиста. И вот за ним еду, чем блуждать. Один был бы, конечно, сам доехал, а здесь лучше. Смотрите, какой ТЭЦ здесь, или ГЭС огромнейший, по-моему. Здесь Ярославль топит. Так что... За ним еду, чтобы наверняка было. Вот, по-моему, уже доехали. Да, вот здесь снова империя. Знаешь, я бы один сюда не доехал. Ну, я не житель этого города, поэтому не доехал. Это хорошо, что я на джипе приехал. Эти дороги. Картина начинается такая. Дальше посмотрим, что будет. Вы же знаете, вообще, первый раз, когда приезжаю, я всегда с вами еду.
показываю вам все, своими же глазами вижу и то же самое вам показываю. Дорогие друзья, вот вход. Сейчас, пойдем. Мартышка, пойдем, заходи. О, как я люблю шашлычки, все как положено, вот это другое дело. Милеть, пойдем шашлыка поедим, Тут не был. Мы в прошлый раз в другом месте были. Сейчас. Вот это хорошее дело. На выставках, когда тем более долгие выставки, заказал. Сейчас я прям подойду, закажу, скажу, какое время обеденное. Свежее мясо? Свежее мясо? Хрюкало? Главное, не мяукало. Все это самое главное. Ох, сколько народа. Ой, Танюш, привет. Дорогие друзья, я тут не... Забирай ее, Танюш, забирай, бери поводок. Видите, я тут не один, у меня здесь столько помощи сегодня будет. Просто не представляете. Так, аккуратно, она может всех сожрать. Ну как, Тань, тебе ощущение? Давай в сторону отойдем сюда, чтобы люди не мешали. Иди сюда, миледи. Видишь, как она идет спокойно? Танюш, в оба глаза. Сейчас Юля тоже подъедет. Никого не подпускайте, никому не давайте кормить ее. Ничем, ни угощением, ничего. Хорошо? Вы сегодня на работе. Россия, спортивная. Да, ты этот заказывал, да, Свет? Да. Ты как? Она повернись. Класс. Она повернись. Дорогие друзья, это у нас... Парад на выходной. Участник наш и в Телеграме, и на Ютубе. Ты была когда-нибудь на выставках? Ну, вообще была. Да? Ну, сейчас посмотришь. Вчера, наверное, в Москве народу полно было, да? Нет, Нет, очень много народа на международных выставках. Нет, я имею в виду с подписчиков кто-то был. Я же стараюсь в Москве ни с кем не встречаться. Я просто не показываю, Тань. В Москве никого не показываю. А то пока, чем больше показываю, тем больше приезжает. Понятно. Все. Ой, Тань, сегодня вкусно покушаем, да? Да, я позвонила, мне сказали, нет, еду, берите с собой, я со своим чайником. Как? Вот такое вам это ваши недоброжелатели, хейтеры ваши. Сейчас я отключусь, сделаю заказ, а потом подключусь. Медконтроль. Здесь регистрация, медконтроль. Ну, мы все оплатили онлайн. Сейчас за медицину оплатим, сейчас посмотрим. Сейчас пойдем регистрироваться. Ну, а народу, конечно, тут... Большая территория. Ну, давайте сейчас я зарегистрируюсь. Все поэтапно, чтобы не сбиться. А Таня вон стоит с Миледи. Видите? Я знал, что я тут буду не один. Зарегистрировался. Посмотрите, две выставки. 013 и 313. Обожаю эти цифры. И вон наша группа поддержки. Посмотрите. Все, я могу ничего не делать. Все, я пошел. Вы что хотите, сами делайте с ней. Ухтычка. Ходи, моя девочка. Вы смотрите, как она. Она сидит и смотрит в мою сторону. Видели она? Вот как. Вот какие преданные должны быть. Чуть не сказал женщины. Женский пол имел в виду. Сучки. Маэстро, все. Все, маэстро, давай, пока. Маэстро, такая помощь, ты не представляешь, маэстро. Но тебе все равно, маэстро, не хватает. Без тебя на выставке приезжаешь, такое ощущение, как будто без рук, без ног. И покажи мне леди, Викуль, пожалуйста. Девочки, никого не подпускайте к ней. Юль, вообще никого. Не кормите. Пусть смотрит, пусть не трогают. Все. Охрана, смотрите, какая. Со всех сторон стоит. Вика со стороны спины. Юля стоял. Все перекрыто. Так, пойдемте, дорогие друзья, пойдемте прогуляемся. Покажу вас питомцам вам. Питомцев покажу. Вот здесь так красиво. На свежем воздухе. Посмотрите. Пойдемте. И заодно пойду мясо закажу. Овчарки. Он пит. Посмотрим, что сегодня Миледи. Так, что там? Давайте обойдем, а потом уже. Очень много собак сегодня записано сюда. Очень много. Посмотрим, как наша красавица здесь выставится. Тут монопородки разных собак. Разных пород, вернее. Люди на пикник вышли. Посидели, покушают.
какой мощный, а. Маша, приветствую. Сколько ему? 3. Мощный, а, как вот с ушами. Смотрите, как красиво смотрится. Сколько он весит-то? 36. Почему как граф весит? А в холке он сколько? 59. 59? Такой же, да, как и мой, по-моему? Да. Спокойно не можешь, понятно. Настоящий пацан. Участвуйте? Да. Удачи, я пошел. Тоже. Спасибо. А ты мой красавчик. Приветствую вас, дорогие друзья. Добрый день. Как жизнь молодая? Ничего. Красавица. Место встречи изменить нельзя. Что там? Джек Рассел. 1.47. Шпицики, французики. Все, дорогие друзья, вот так покажу вам, по чуть-чуть буду показывать, а то я вот снимаю, там потом ролики получаются по 1.5-2 часа. Как, это я то, что выставляю, а так получается по 5-6 часов, с ума сходишь, потом все это режешь, монтируешь. Вот какие красивые. Я просто за шашлыками бегу. Надо девочек покормить, все с утра приехали, сейчас позавтракаем, а потом пообедаем. Пока девочек не накормлю, не пускаю. Вот они, видите, приехали помогать. Все съели здесь, дорогие друзья. Приехали, помогаем. Что, кушайте на здоровье. Викуль, ты сегодня мне будешь оператором помогать. Работать. Я тебя научу. Ты же художник у нас. Да? Ну а что, пойдем, я тебе буду показывать. Вот кармашек. Привет, солнце. Привет. Ну смотри, вот ринг. Собаки бегают, заходишь, фиксируешь оттуда. Я мало ли там буду отходить от собачки, выводить ее. Или ты будешь у нас собачку выводить. Договорились? К Вике на ринговке. Справишься? Не знаю. Почему не знаешь-то? Так, шустрее будь. Не люблю я мямль. Пошли. Ты рядом со мной ходи, все сделай. Пока мама твоя наяривает там. Ну, классно как здесь. Немецкие овчарки, дорогие друзья. У них монопородка. Они прям работают, да? Немецкие овчарки, как Лада Приора, посаженные. Так, в Махачкале ездят. Когда господин Урожевский судит, хендлеры бегают минут по 15-20. Правильно, так и надо погонять их. Всегда, дорогие друзья, он правильно, как он во время бега осматривает и описывает. Хендлеры выходят все с поддержкой. Мы готовимся. Веди да. Меня к Леле Кире. Вот наши питбольчики маленькие, все классные. Стойки стоят уже. Вон еще питбольчик. Вот еще питбольчик. Иностранный эксперт нас судить будет, по-моему, с Латвии. Бэйбики. Не лезь. А это моя красавица. Ждем. Проходите. Бринка, мне бэйби, пожалуйста. 312 и 313 нужно. А, вы бэйбики? Да, мы бэйбики. Потом будем с теми сравниваться.
хочу подойти, услышать, что говорят. Потом описание послушаем, потому что соединение ринга не хочу показывать. Что, Виколь? Молодцы, бэби. Поздравляю. Поздравляю. Спасибо, спасибо, большое. Молодец. Ай, пойдем, молодец, как ты отработал. Давай, 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 разрешите. Разрешите. Возьми, Танюш. На первой выставке отстрелялись, дорогие друзья. Пойду поснимаю для вас еще собачек. Классные здесь появляются. Это алабай или кангалы, девушка? Алабай. Алабай, да. У нас 3 часа разница между второй выставкой. Мы номинированы на Best. А Best в Cannes, то есть получается, короче, фиг знает ко сколько. Акита. Очень много собак приезжают, уезжают. На монопороке только было 140 собак. Овчарочек какой. Овчарочки. Видите, как люди загорают. Ну, конечно, спечет, я вам скажу. Я, наверное, завтра коричневого цвета буду. Ох, какой здоровый, беленький, красивый. Лобачек. Видите, такие шатры ставят люди, палаточки. Прикольно. Медвежонок. Медвежонок.
Нравится, как доберманы передвигаются. Такая аристократическая порода. По мне, если так спросить про доберманов, аристократы, смотрите. Борзые доберманы. Вот. Ну как у него ушки хорошо стоят. Ничего себе зайку делает. Вот такой мальчишка. Давайте последим за этим доберманом. О, овчарки восточные. Вот они мне, честно, ну, на вкус понятно, но мне больше нравятся такие овчарки. Я привык просто к этим овчаркам, понимаете, с детства. Смотрите, какие классные. Здравствуйте, Олеся. Здрасте, здрасте. Я прибухнула, как ты любишь. Ты на камеру это говоришь? Ой-ой, все. Как? А почему, почему я люблю, когда ты бухаешь? Ты скажи на камеру. Привет. Жарко тебе? Волнуется. Волнуется. Не волнуйся, все будет хорошо. Засядь ровненько. Пусть так ровно. Красиво все. Ой, сейчас я без руки останусь, да? Ой, ты зайка, зайка. Не-не-не, куда же ходить? Спасибо. Ой, чё, какой, куда? За Сергеем, Андрей. И увидите его, сразу же вырубайте его там, в уголку. Какие красивые они. Эти овчарки – мое детство. Видите, у них спина ровная, а у немецких они посаженные какие-то. По мне не очень, мне не очень так, мне нравятся вот такие. Ой, красавчик. Ох, как красиво бегает. Пойдемте дальше погуляем. Посмотрим, кто там у нас, что там у нас. Привет, привет. Это что за лисенок там сидит? А это щенок? Я извиняюсь. Овчарка? Нет, это сикоку. А, сикоку? Ничего себе. А что за порода такая сикоку? Охотничья. Охотничья? Да, охотник. Он растет? Да, он вырастет. Он будет чуть поменьше, чем хаски. А-а-а. Пишите, придем? Да-да-да, пожалуйста. Видите, дорогие друзья, новую породу увидел. Сикока. У всех застолье. Классно. Народ отдыхает. Народу очень много. Ой, какой красивый. Биглики. Смотрите, сколько их. У них монопородка тоже. О, блин, здесь вообще вот, надо просто смотреть под ноги, чтобы мне какие-нибудь зонты не ударить. Настя Митина. Настя Митина. Если я вам покажу обзор сверху, ну, максимум, так сказать, дотянусь, чтобы вы понимали, как. Сейчас вытяну. Я не знаю, видно будет, я просто экран не вижу. Вам сверху был обзор, посмотри. Я не знаю, что вам там видно, потому что отсвечивается солнце. Я максимально вытянул руку, ну, грубо говоря, на высоте 3 метра получается. Я не знаю, там что-то видно было или нет. Поднял, посмотрим. Ты куда? Просто походи. Пойдем, походим. Пойдем. Просто походи, походим. Чтобы ноги размять, да. Вот эту старость не радость, нам вообще надо походить. В наши 75 лет. Ага, 175.
Вот видите, когда... Но я вам скажу так, дорогие друзья, не совсем мне понравились как организация, ринги не понравились, потому что проход между рингами, я вам потом покажу, когда Миледи будет выступать, проход между рингами нет. То есть ты только стоишь с краю и наблюдаешь собака, а должен быть проход вот такой, понимаете, чтобы ты спокойно мог... Ринги не отделены друг от друга, то есть они впритык идут, сделали раз, два, три, и не подойти, не посмотреть. Конечно, очень интересная выставка проходит, очень интересная, но по организации, конечно, есть вопросы. Не у меня, а вот, наверное, у многих людей, которые тут находятся. А так шикарная выставка, шикарные собаки. Очень много с России приехало людей. Цацибе – это международка. Поэтому все вот так вот. Что вижу, то говорю. Так и же извиняйте, организаторы. В следующий раз повнимательнее будьте. Потому что ну, для меня лично некомфортно. Все комфортно, все отлично. А именно вот ринги, а мы сюда приезжаем ради рингов, понимаете? Ради того, чтобы посмотреть на свою собачку. Ты не можешь подойти и возле входа в ринг... Представляете, сколько народу стоят и не пройти, не продвинуться, собачки, не дай бог наступишь на лапку, начнет хромать, потом будешь себя виновным чувствовать. Вот кангал, смотрите, какой красивый. Спокойный, да, он, или он до поры до времени спокойный? Очень спокойный. Спокойный? Да, спокойный, реально. Раз самоед его не спровоцировал, то спокойно. Красивенький. Как он в таком, посмотрите, как он лежит красиво, как в кино. Это потому что волков. Он за волками гонится, да? Да. Почти как борзой. Ну, красавчик. Ты такой красивый. Знаете, какие боксеры? Боксер – это мое детство. В детстве тогда модно было в 90-х годах боксеры. Боксеры. Какие еще породы были, Вик, в 90-х? Боксеры, овчарки, бультерьеры, питбули пошли. Немецкие доги, да. А это какая порода вот эта, Вик, ты говоришь? Как финская лайка? Карело-финская. Прикольно. Как большой сиба. Да, да, да. Похоже, есть что-то, да. Сикоку я увидел, прикинь, я думал, это овчарка, щенок, а это сикока оказалась. А мне кажется, похоже на лысого сибу. Лысого, высокого, худого сиба. Лысый сиба красиво смотрится. Очень. Давайте побег. Посмотрите, как они. Посмотрим. Давай, боксерка, давай, боксер. Ну что такое? Ну ринговку-то наденьте нормально. Он сегодня реально очень много собак, давно так не было. Мне кажется, даже больше, чем в круг. Ты знаешь, да, я туда, Вика тоже мне сказала. Вика тоже мне сказала, я пошел посмотреть, здесь просто площадка огромная, они все по сторонам, в тени все сейчас. Да, я хотела знать, как у вас там отдыхает. Свободные, продуктивные, спасибо, вы сейчас... Очень хорошо господин Урожевский судит, я просто стою, слушаю, мы к нему не записались, у него мы на породке, он прям внимательно, при беге все смотрит, молодец. Ну, что с таким стажем, что молодец, ну, мне нравится, как он судит. Прикольно, да, он Таня Урожевский судит? Прям четко все высказывает, говорит, не смотрит ни на кого. Да, вообще. Ай, красиво, ай, хорошо, ай, молодцы. Кобель лучше в сравнении с сукой. Ну, часто в сравнении кобелей обходят сук, часто. Они крупнее, да. Мамы с дочкой, посмотрите, как они крутят. Вот так... Как они красиво стоят, два грибка. Юлечка у нас не первый раз уже на выставках. Австралийская овчарка. Красивая.
Я когда познакомился со своей первой супругой, у них тоже пудель был. Рэм, по-моему, звали. Я тоже с ним гулял, такой прикольный был мальчишка. 12 или 13 лет тогда ему было. Ну как, Виколь? Отлично, цац? Поздравляю. Ну что, ребят, поздравляю. Цац, отличная оценка. Поздравления наши. У нас сейчас перерыв. Сейчас начнется бест, а потом вторая выставка. И потом, дай бог, уже посмотрим, как пойдет бест или не бест, едем. Вот все загораем. Вот еще один Кани Корса. Это прикольно. Сколько вашему Кани? Посмотрите на эту красавицу. На победительницу Цацибы, посмотрите. Ай ты куколка. Ай ты куколька такая. Ой. Вот, понял. Субординацию. Так, а вот еще Кани Корс юниор. Тоже титулованный мальчишка. Титулованный. Сейчас он смотрит. Ну, к нему тоже подходишь, он начинает рычать. Я же тебе ничего плохого не делал. Вот, смотрите. Все, не буду. Я все понял. Я не сомневаюсь, что ты авторитетный парень. Титан, это не тот титан, про которого вы думаете, это другой титан, это будущая звезда. О. Ничего себе, это откуда ты? У тебя в машине было? Да. О, сейчас я тебе говорю, сейчас 50 грамм вина еще выпьем, Юля, этот, как его, лежаки пойдут здесь. Здесь, понимаешь, здесь море есть, вот за этой стеной море, только воды нет в море, понимаешь, там. Так могли пойти поплавать у нас. Пингау приподними. Белю понравилось. Давай. Где этот бренд? Как он у меня? Вот победитель из немецких. Наоборот, кто победил, вот он, 4-летний. Кобель с хозяином сидит. Это одна джаз-банда у нас. Смотрите, вот спина, видите, у них вот спина такая. А мне нравится, когда ровная спина. А у немецких такая должна быть. Ну это очень титулованный. Очень титул. Девочки загорают. На эту картину, пожалуйста. Где у Дениса питомец и где его сын? Просто обратите внимание. Мама с папой что делает? Тик! Посмотрите на них двоих. Смотри, какая красота от солнца. Френч! Френч! Не-не-не, я не подхожу близко, не нервничаю. А это справа у меня здесь? Да, там справа. Титан у меня здесь. Посмотрите. Как сидят. Титан, по-братски, я же тебе ничего плохого не сделал. Да, не смотри. Какая морда у него красивая. Какая мордочка красивая. Смотрите на его глаза. Красивые. Я сидел сколько. Мальчишка красивый. Все, ухожу. Дорогие друзья, посмотрите, какой алабай. Девочка, сука. Посмотрите, какая красивая. Ох. Мужчина. Ирис. Посмотрите. И классный, да, Вик? Хороший. Вот это боссу невесту как, Вик? Первый раз этот, как его? Вика занимается собачкой. Посмотрите, первый раз. Смотрите, собачка. У нашего босса, знаете, какая родословная? Ого. За ним 50 тысяч человек смотрят. Смотрите. Ты какая куколка.
Вот такой же. Похожа она на Мирхана. Помните моего Мирхана? Нет? Босса привезли. Мирхана, вот такого же окраса. Она Бунечку похожа немножко. Время 17:00. Мы всего лишь участвовали на одной выставке. Вы просто не представляете количество собак, которые были тут. Это? А какая это порода? Чау-чау это? Я первый раз черного вижу. Маленькие? Да, 4 месяца. Господи, чау-чау. Привет, чау-чау. Привет. А почему собаки так камеру любят? Я не могу понять. Потому что они все звезды. Просто не представляете количество сегодня, сколько тут собак было. Я просто вам словами передать не могу. Мы всего лишь пока 17:00, мы всего лишь участвовали на одной выставке. Сейчас будет Best, потом вторая выставка. Боксерка. Это мальчик или девочка? Кобель. Кобель. Ну, молодой? 6 месяцев. 6 месяцев. Фава. Кобель. Фава. Как зовут Слава? Фаворит. А девочка, да? Это, да, Фортуна. Это Фортуна. Фортуна и Фаворит. Это как индийский фильм «Зита и Гита». Типа того. Удачи вам. Спасибо. Далматинец. Видите, какой красивый. Смотрите, как Фортуна стоит в стойке. О, боксер. Мы решили, да, сразу. А то я тут по факту даже осмелить не смогла. Что вы уже на весел старте были. Вот, объявляют сейчас Бесты. Ой, слава богу, наконец-таки дождались. Вот один минус еще организации. Где микрофон на такую выставку, а? Ничего не слышим, что говорят. Ни на одной выставке такого нет. Как нету, вы что? Приезжает машина специально с колонками, да? Открывать, конечно. Да им бы хотя бы простой. Нет, у них нету. Колонки стоят, они объявляют. А так мы же ничего не слышим. Да. Ну и ладно, а когда обычные выставки, а когда международные выставки, количество собак больше 500 штук, без микрофона, конечно, так на такое поле. Сейчас надо сидеть на... Не... А я? Когда пойду с Бест, да, надо Миледи доставать. Когда пойду с Бест, я такая с Пуделем пойду. Да после Пуделя я достаю Миледи, да? Да. Хорошо. Только я выйду в ринг, ты уже доставаю, ладно? Что сейчас... Хорошо, я тебя услышу. Вот, прям вот это другое дело, прям к нам летит. Вот, вот видите, вот это отлично. Спасибо, Вик. Ой, это не ты попросил, чтобы они к нам повернулись? Олечка, по второй группе ротвейлер выстави, пожалуйста. Вот, сейчас отсюда удобно. А то они уносят туда, не заснять нельзя, ничего. А я же ругаюсь, дорогие подписчики, для вас все это дело. Они не понимают этого, пришлось ругаться с ними. Да я шучу, надеюсь, вы понимаете, что я шучу. Готовимся, готовимся. Вот она, моя девочка, вот она. Отдыхает, спит. Ну вот, начались бесты. Это не Миледи, я просто вам показываю. Я буду показывать, на какие собаки на бесте. А потом, ну, остальное не буду, потому что очень много заснято. Смотрите, сколько народу. Смотрите, что здесь творится. Это еще сколько вон там сидят сзади. Ну что, я только желаю всем побед, удачи, потому что неплохих собак нету. Все красивые, а тут вообще на бесте самые-самые. Вот все победители, вот победители. Восточные Европейские. Вот они, победители. Я вам покажу, кто победил. Первое, второе, третье, четвертое место. Европейские, корги, малинуа. И овчарка немецкая. И еще один, третья группа, дорогие друзья. Посмотрите, сколько сегодня быстров тут, пипец. Я отдаю всю дочь. У нее большой терьер русский. Он все живет. Вот лабрадор, то есть ретривер вообще отлично. Ретривер вообще замечательный. И вон там. Вот, длинношерстный, я не знаю, что это. Не приставай никому. Делай мне кроссовок. Баран. Че я блочу всего? Чего-то тебе еще выступать. На, пей. А мы ждем Best
бэбиков. Еще один бест, а после этого беста миледи, бест бэбиков. Здесь кто выходит на первое место, выходит best the best, лучший из лучших туда. Там тоже очень много собак будет, стараюсь заснять. Дорогие друзья, чтобы вы видели время, 17:02, одну выставку мы всего лишь прошли, и вот это best той выставки, еще вторая выставка, и дальше посмотрим, как пройдет. Всем желаем удачи. Что, объявлять будут, кто здесь победитель? Давайте послушаем. Скишпит, четвертое место. Сейчас должен начаться бест бэбиков. Ждем, дорогие друзья, делаем кулачки. А покажите, пожалуйста, жилет. Президент Урожевский. Сейчас голова не пролезет. Друг другу дубленки подарили скоровские. Удобные жилетки со всеми. И сейчас, после этого наградим друг друга, поздравили там, организатора поздравили. И сейчас вот ждем, подготовились бэбиков. Вот они все ждут. Волнение, конечно, есть. Собакам или судьям? Бэбики. Лучшие бэбики, дорогие друзья. Малыши выходят. Ледечка тоже здесь. Ой, господи, да. У меня здесь. Давайте сначала моя. Крупные, а потом маленькие. А то затопчут. Давай, моя девочка. Давай, моя хорошая. Давай, удачи тебе. Ты куда? Тебя еще не звали, ты еще не ходил. Ух ты, сколько бэбиков, а? Сколько бэбиков, дорогие друзья. Давай, девочка, работай, давай, моя хорошая. Посмотрите, сколько бэбиков. Посмотрите, какое количество собачек. Ну что, с Богом. Давай, моя красавица, как она стоит у меня, а? У меня же рука трясется, дорогие друзья. Спасибо большое всем участникам. Давайте еще раз поприветствуем самую.
она стоит. Посмотрите, как она работает. На третье место. Чехлатый нашел. На цвет что? Поздравляем всех победителей. Да. Все хлопают. Молодцы. Молодец, девочка. Какой, сколько же здесь было собак, дорогие друзья. Первый раз такой Best Baby как вижу. Пойдем со мной. Очень много. Давайте я победителей вот так красиво всех сниму, чтобы вы видели. Вот так. Так, первая выставка. Мы уступаем. Ждем, готовимся ко второй выставке. Огромнейший Best Baby Google, огромнейший. Best щенков. Смотрите, какой щеночек. Посмотрите, какие щеночки. Прикольно собрался, щенок съел. Смотрите. Конечно, огромнейшие Best. Алтай щенок. Да. Ты щенок? Ну все, показал всех. Желаю всем удачи. Лучшие юниоры. Посмотрите, сколько их. Сюда их больше всех. Да, юниоры больше всех, да. Ты не юниор, ты старый уже. Стоять сказал. Так как же они по кругу замкнулись даже. Ну давайте попробую вот так заснять для вас. Всех юниоров. Всем желаю удачи и побед. Лучшие из лучших. Давайте я расскажу просто, вот почему я насчет скоро говорю, РКФ. Вот посмотрите на подарки, пожалуйста, скор. Какие вот про телевизоры. Посмотрите на кубки какие. Это лучших из лучших. Да-да-да, я сейчас ухожу. Сегодня эксперты за мной гонятся. Посмотрите просто, какие подарки, какие кубки дарятся на скор. Я просто никого не хочу обидеть, просто говорю, как есть. А теперь дождемся. Лучшие из лучших. Посмотрите, какие. Сам, это кто все бесты выиграли? Вышли в основной бест. Посмотрите. Ну, здесь просто один лучше другого. По-братски тебе говорю, что приглашаем в ринг. Слушай, сейчас будет. Посмотрите, какие красавчики. Посмотрите. С юниоров начинается, лучше бебики и щенки не участвуют. Собака не ваша, можно и не хлопать, правильно. Это замечательно. Это наш активист с правой стороны. Она... Дай Бог вам здоровья, вот так и надо их гонять. Лентяи сидят, загорелись и не хлопают. На солнце утомились. Таких собачкам не хлопают. Вот, красавица. Ай, тига. Это все бесты. Они выиграли все бесты и вышли в Best of the Best. I'm best of the best. Best of the best. Я на русском говорю, лучший из лучших. Best of best. Best получается какой-то. Best of the best. Надо на русском говорить, лучший из лучших. Правильно. Выставка международная. Первое место всем дала. Да. Так как выбирать? Они классные все. Ну классные все. Надо кто-нибудь выиграть. Все хорош, пускай. Просто говорю.
Это лучший сорец. Класс. Интересно, кому сейчас даст победу. Давай. Как они пробежались, и как они работают. Посмотрите, как они работают на ринге. Ну, один прикол, добермана обчат. Прямо шарка занимает. Глаз не оторвать. Американский кубец. Молодец! Как облако! Вот! Красиво стоит! И двоих! Бегунков! Самых красных! Ой! Это не надо! Я не умею! Давай! Ребенок болеет! Смотрите, какая переживает! За всех болеет! Ну что, ожидаем кто? Как овчарка работает, даже прям одно удовольствие наблюдать, как овчарка работает. Мне кажется, Спаниель и Сань победителем. Почему-то мне кажется. Доберман. Примерно. Доберман второе. Вы что говорите? Доберман второе? Кокер первое? Овчарка третья. Доберман первое и второе. Нет, а восточный тоже первое и второе. Ну, кокер, мне кажется, мы все вместе первое место. Доберман второе, кокер первое. Ну, давайте. Кокер, даже у него даже вот упало, все, телевизор упал, все упало. Это после наших слов телевизор свалился здесь. Ну давайте посмотрим. Ну сложно сравнивать таких. Ну, вот ну интересно, да? Вот третье вот место я даю, вот смотри, вот этот да. Джек Рассел волосатый, и он третье место. Ну раз ты даешь, поздравляем, значит, Джек Рассел. Они все получают. Обязательно, лучшие из лучших, они все призовые. Ну, просто место. Просто понять. Лучшие из лучших. 5 на 5. А посмотрите, как все собаки стоят, никто не шевелится. Посмотрите, как они отработаны. Посмотрите, как. Ну, смотрите, как все стоят, дорогие друзья. Все четко стоят, никто не шевелится. Посмотрите. Посмотрите, как все работают. Ух ты, пятый доберман, да. Прокатил, ставка не сработала. Я ставил на этого покера, он того. Овчарка третья, второй кокер. И этот как его? Я думал, кокер может даже первым быть. Кокер первый будет. Может первый. Кокер первый будет. Офигеть! Ай-яй-яй-яй-яй! Никто у нас не попал! Восточник, наверное, первый будет. Восточник, я изначально про него говорил. Да, все про него, но про красавец. Мы все говорим, да? Вот он. Тише. Йорк выиграл. Победил, да? Неожиданный. Так, нет, да. Да, Йорк. Нет, Австралия. Вон победитель, Яршевский терьер, да. Никто не угадал. Браво! Победительница лучший из лучших, посмотрите. Красавица, ну поздравляем. Интересно, как она... Мне интересно, как телевизор унесут они. Вдвоем. Пошли, Виколь. Дорогие друзья, вторая выставка, мы бежим туда. Начинается вторая выставка, дорогие друзья. Миледи?
Победили. Так как? Сука, класс юниоры, номер 14. Миледи забодала, не победила. Ай, молодец, Миледи, всех победила Миледи, всех порвала Миледи. Слушай, пап, но я смогла. Спасибо. Всех победила, очень даже пойдемте кормить, она голодная. Немецкая овчарка, но, опять я говорю, у меня больше предпочтение, восточноевропейская, да, считается? Да, это восточноевропейская. А это немецкая, ну хорошая тоже. Вот он выиграл сегодня монопородку. Хороший мальчик, хорошая. Да? Будем играть с тобой? На камеру не играешь со мной, да? На камеру не играешь? Вообще кайф, да, среди собак, да. Ходишь. Пойдем прогуляемся, пойдем с тобой прогуляемся. Ай, молодец. Прикольно, да, чемпиона вот так в руках держать, водить? Ай, красавчик какой. Ай, красавчик. Мать, хорош. Хороший, мать, хороший. Пойдем. Я говорю, Хенли, оценку давайте. Господа эксперты, оценку. 6-0. Это же не фигурное катание. Давай. Как он работает. Да, посмотри, вот прям держишь он сам. Иди сюда. Ай, ты хороший мальчик. Дорогие друзья, время сейчас у нас. Сколько у нас время? Какой час у нас? Сколько у нас время? 19.36. 19.36. Мы ждем Беста. И мы еще тут. Так что всем нам удачи, держим кулачки. Конкурс пар. Я, по-моему, показывал, ну, давно. Смотрите, как попарно идет. Дорогие друзья, без бебиков, Миледи у нас, выходит. Давай, девочка, работай. Посмотрите, сколько бебиков. Олег, собери воспитание, я не знаю, куда они там. Хенли, вот, уздечку, или как его называется, берингов клади на него, води его по кругу там. Давай, моя девочка, давай работай. Смотрите, как она стоит, ну посмотрите. Просто смотрите. Смотрите, как копанная. Да. Как встала, так и стоит. Все, пап, давай, уходи. Садись на кого сейчас? Так,
зайчик не хочет ходить. Время, чтобы вы понимали, 21:09. Мы еще тут. Моя девочка. Ты мне халатик спасаешь. Я тебе таблетку буду от серотина. Смотрите просто из дебиков, как стоит Миледи. Просто посмотрите. Она как вкопанная у меня стоит. Красавица! Ты моя Якубка, ну она отработала, дорогие друзья. Отличный результат. Сейчас пофоткаем. Сейчас, секунду. Дорогие друзья, без дебиков. Миледи у нас. Миледи у нас. Выходит. Давай, 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 девочка, работай. Посмотрите, сколько бебиков. Али, собери питание, я не знаю, куда нибудь там. Уздечку, или как его называется, дерингов один у него, води его по кругу там. Давай, моя девочка, давай работай. Смотрите, как она стоит, ну посмотрите. Просто смотрите. Смотрите, как копанная. Да. Друзья, ну она отработала, конечно. Мои поздравления. Спасибо. Ура, есть. Ну вы отработали, я вам скажу, вы отработали, да, просто супер, Викут. Давай. Девочки, ну как эмоции, девочки? Вообще, как? Спасибо вам огромное, девчонки. Спасибо. Спасибо, что приехали. Очень приятно. Помогли девчонки мне сегодня. Уже не первый раз. Татьяна Пирасов, не первый раз, Юрий, не первый раз. Спасибо вам большое.
Ну вообще супер. Вы настроение, да, под конец? Не зря мы столько ждали. Конечно, аж крикнули так. Дорогие друзья, это наши подписчики, верные подписчики. Уже друзья стали, уже не первый раз встречаемся. И вот эта вся наша команда тут. И Миледи отдыхает. Всем огромное спасибо. Конечно, волнение, переживание. У меня же дыхание замерло в моменте. Да. Я чуть об эту штуку не упал. Телевизор не дали почему-то, да? А? Телевизор не дали. Телевизор, это уже лучший из лучших. Она еще маленькая. Участвует только с юниоров. Все, еще, Танюш, подожди. Все у нас еще спереди. Спасибо, девочки. Спасибо вам большое. Время 02:41. Мы дома. Она уже покушала. Отдыхает. И покажу вам наши призы. Вот такие классные призы мы получили. Кубок, медалька, красивая розетка, юбилейная. Лучший бейбик. Вот она, заслуженная награда. 30-летний юбилей. Дипломы. Под номером 013 она все это завивала. Обожаю эту цифру. Сухой корм, игрушки. А это привезла наша подписчица Юля. Спасибо ей большое. Для графчика канат. И вот такую гантельку. С шахматными фигурками. Для собачек, чтобы вы понимали. Так что приучаем наших собак играть в шахматы. Так легче с дурачками общаться. И вот такой фартук мне подарили. Посмотрите, какой классный фартук. Ну, по-моему, это фартук. Или что это? Я, честно говоря, не знаю, что это, дорогие друзья. Мне кажется, это фартук. Фартук мясника. Что-то такое. Ну, потом, ладно, разберусь, что это. Вот, сухой корм показал. Так что, дорогие друзья, всем огромнейшее спасибо. Спасибо, что переживали эту победу, дорогие мои, большую победу в ее карьере. Я хочу посвятить не Александру, а его супруге и детям. Имена называть не буду, потому что, дорогие мои, вы многое не знаете, не видите. С детства супруга Александра занимается со всеми питомцами. Она их дрессирует, воспитывает, ходит, гуляет, кормит, занимается послушанием. Дорогая наша, эту победу посвящаем мы вам. Да, миледи, и пожелаем вам счастья, здоровья, дорогие подписчики, всех благ, а мы пойдем отдыхать. Спасибо большое, не забываем ставить лайки. Спокойной вам ночи и хорошего дня.